Это три основные подключки. Остальные подключки – это интеллект какой-то накачанный, минимальный какой-то. Это подключка к краевому сознанию. На него могли действовать через роевые подключки. И у него какой-то специальный был такой рык, телепатический, я бы сказала, или наоборот, на людей он действовал психотропно как-то. Не могли люди даже подойти близко, если шли, и он начинал рычать. Это как из ушей кровь шла постоянно. То есть это как внутричерепное кровоизлияние было почему-то от его крика. Да, огромный, несколько этажей, как дом. Цель сознания но этого. Вот в руке держали вот так вот. Если человека брал, ну вот так человек из руки. Ну, почти, да. И похож на Кинг-Конга. Смотри, был у меня бой с ним. Тогда что было твоими взглядами? Я тогда уже практически мертвая была. Да, и сейчас посмотри. Ты сегодня с ним боролся? И сегодня тоже ночью. Вот тогда тот смотри. Я не уверена, что я объективна, потому что то, что мы с тобой разбирали, могла быть накладка уже. Могла, поэтому смотри. Да, вижу тебя. У тебя копье странное достаточно. Там на конце не острие, а такое впечатление, что что-то сжатое. Как вот звезду, кристалл, что-то Кристалл, сжали. да. Вот на конце был. Острый кристалл магический, зеленый, чтобы Да. я знал, куда шел. Длинный, чтобы достать издалека. Ну да, не полтора пусть человеческих роста, но... 4 метра. На энергетике он очень большой, да. Даже не солнечная система, это больше. Он там начал в той... Его хотели, чтобы он сломал кону той вселенной. Вот так накачивали. Пытались подключить, как можно модифицировать обычного зверя, как можно заставить людей подчиняться, как можно использовать душу, как можно заставить его выпивать душу, трансформировать им душу. Первое жертвоприношение с применением, с вытягиванием именно души из человека. Технологии вытягивания души Да, не было, они да. пытались создать, да, Да, технологию он как уничтожения души. выпивал душу, да. Сами насекомые не могли это делать. Поэтому этого зверя использовали. Ему дали некий код. Сейчас до сих пор используют этот код в жертвоприношениях, в этих Три ножах. шестерки. И три шестерки тоже. Число зверя. Хорошую планетку выбрали, очень магическую, там накачанная, несмотря на то, что она в центре была. Но там магия была основанием всего, основой всего. Там вообще не было никаких технологий. Ну, Они там вплоть не до того, что держались, да. ни ракет, ни кораблей, ни компьютеров, вообще Незачем. ничего не было. Это была чисто магическая планета и такая, ну, природная. И он как-то выпивал магию. Как вот какой код ему дали, чтобы выпивал магию и душу? Доступ до души какой-то своеобразный. Что подножие одно Умел, существо да. начало уничтожать другое на энергетике. Вот Да, найти. отсоединять душу от энергетики, от всего полностью мог И забирать. выпивать. То есть в нем какой-то контр-код. Антикод. Он антикон. Чтобы разрушал кона.
В нем как вирус, понятно, что в нем вирус. Покажи программисту его, он еще скажет. Программист говорит, что серьезно. Он говорит, что многие кода, как 2/3 кода, это руевские кода. В то же время это биологическое существо, это не насекомое. Нет, это биологическое вещество, существо. Но его как-то тоже форматировали туда, вот как и человеческий. Вот понимаешь, мне он и показывает, что вот этот зверь большой, и вот частички, из чего он состоит, там какой-то код человеческий. Генетику И покажи. генетика. Икона там. Иначе бы он не смог души разбирать так на составные отдельно. Это, ну, нужно быть подобным, чтобы подобным уметь привязывать и выбирать. Ему какой-то там, ну вот я говорю, генная модификация, генная инженерия первое, чем Рой увлекался. Очень Ну, удачно почти получилось. да. Да, показала генетика. Я это тогда копьем, скажем так, свои силы проткнул, то есть моя воля и волеизъявление четко проявлено. Давай сейчас доразбираем то, что тогда я начал, скажем. Пусть будет красный кристалл на конце копья. Я вижу себя, что у меня шея свернута и грудь разорвана, и просто лежала там. Но там молодые совсем, мне было, ну, чуть больше 14, может 16, вряд ли больше. Ну, мне около 17. Да, тебе до Тоже мало 20, что помню. тебе 20 еще не было. Потому что, ну, они как не очень давно на той планете стали, они сразу самоутвердились. Там только прилетели, во-первых, то, что у них были космолеты, звездолеты, как это называется, там это было не видно, и там вообще технологий не было никаких. А они сразу прилетели откуда-то и начали вот этим всем порабощать людей. У них были какие-то психогенные, я не знаю, что это было, люди вот на колени падали, уши закрывали, поклонялись им. Генераторы, понятно, психогенераторы. Генераторы какие-то, да. Практически все, но не было. Вот на тебя он не действовал. Я же видела, как все стояли, и ты, ну, все упали на колени, ты один не упал. И на меня как-то так очень странно он подействовал. Я смотрю, что все падают, и понимаю, что как бы надо падать, а почему они все падают, не очень понимаю. Потом смотрю, ты стоишь, но ты так далеко стоял, вот совсем в другом крае. И тут такой удар, так, и тебя сносит, метра на 3 отлетаешь. Кто тебя ударил? Тебе тогда лет, наверное, 15 было, ну вот в таком ты был тогда возрасте. Может, 16, вот так, но это года 3 прошло, наверное. Я тогда еще маленькая была, ну, может, 10, может, чуть больше, плюс-минус. Это, то есть между тем и тем периодом какое-то время прошло. Да, и потом я начал типа собирать армию, уехал. Вот, ты психанул, как всегда. Нормально. Как на Дюне почти. Но там немножко. На Дюне уже был код зверя, и они начали и в этих тварях, в Бене Гессеритках, уже мозги и тварь. И они уже умели тогда и И на они знали, червяка. что можно, да. Они уже червяка тоже модифицировали чуток, видишь, у них уже был опыт вот этой Они модификации. еще раньше взяли и типа Да. наложив меня, мою силу на человека. Это было Из перед червяка тем. вывели, да, и спайс начал. Он в спайс Да. начал вписывать силу Кона Бога. Да, они уже научились просто делать модификации генные на уровне, ну, разных, скажем так, составляющих и добавлять туда силу Кона и все. Это уже было для Спайса, это уже было, ну вот, для той планетки, Для для Дюны. Мириши. Да, это уже было для них, они уже умели, это уже была отработанная технология. Красивое название. Мельх. Как-то как через Х, как щелчок, потом Иш. Мельиш. Прикольно. Ай, ладно. Зверь надо разобрать. Ключ. С Дюной мы разобрали корень.
Ну вот сам принцип, как там соединили в звере все. Код можно расхерачить. Синим покажи, пусть разбирают. Рассказывают, что это. Как? Синий говорит, что где-то внутри тебя должен был этот код остаться, и внутри меня где-то должен был этот код остаться, потому что у нас было проникновение глубокое от зверя. Он как в тело вошел, и как частица ДНК от его когтей у тебя где-то точно должен быть. И до сих пор как разъедает. Так вот, надо Да, убрать. Я сейчас его ломаю. Нужно понять. Это Синий сказал, что это, знаешь, как отравленное что-то, вот Да. вещество. Если уже он разодрал, это уже, ну, то есть она Что-то внутри уже еще, как находится. вирус. Я не понимаю, как может быть вирус на уровне души, но такое впечатление, что вот душу разъедает. Его создали на разрушение душ. Планетка просто как, знаешь, как подопытный какой-то, ну просто Полигон. полигон, да, Цель плацдарм, полигон. полигон, Вот да. слово. Однозначно одно. И выбрали такую планетку далеко от всех путей, и что никто с ними там не связывал, там никто не летал, Да неважно, никто не даже если бы видел. летали, всех бы грохнули. Это должно остаться так. Да, это Недалеко. закрыто Да. просто, да. Нашли центр какой-то магии. Торос. Империя со зла. Империя зла. Да. Урой, да. Не в этом суть. Нет, нет, такая. Третий путь. Вот первый путь это конов уничтожать. Вот такими вот звери создав, который бы на энергетику уничтожил, все съел. Второй путь они развили вот через Бене Гессерит, через сознание женщины, которая жертвоприношениями и проникновением через спайс в силу кона ломает кона и становится. Третий путь вот от цифровизации через оцифровку. На цифровом уровне стать роевое сознание, чтобы подавило, уничтожило кона. Женщина над мужчиной. Цифровой путь закрыт. Бене Гессеритки закрылись, несмотря на все иудейские потуги. Даже в этом мире. Сейчас остается вот разобрать крюк. Вот он весь разобран уже. Вот именно почему-то в ногтях, в когтях у него осталась сила. Все сделано так, чтобы вот острие силы было в когтях. Вот так. Этот коготь, как во мне до сих пор. Да, вот Синий говорит, что в тебе кот есть. Коготь, кот, да. Так проще его сразу расформировать. Из чего состоит коготь? Из каких кодов? Пусть расскажет. Основа природная, добавлен какой-то вирус, добавлен модификатор, говорит, и добавлено роевое сознание. Еще говорит, что там добавлены какие-то местные, то, что человеческие, вот местного человечества, какого-то представителя человека. Больше ничего не говорит. Сила каких конов там? Он говорит, что первородных. Это твоя, это красно-черного и еще чья-то. Как они могли добавить сил конов, коды конов? Твоя у них была изъята, Тантал был под их протекторатом, красно-черный был на их стороне. Ну, отлично, красно-черного нет, пусть расформировывают этот коготь, что во мне. Мой я забираю, мне подчиняется. Тантала тоже на созидание отдавать надо. Они следили, Илья, за тобой. Они за нами следили. Они когда прилетели, у них такой сканер был, они проверяли всех. Они ожидали, что где-то вот тут Они всплывут. знали,
потому что я долбал ее как мог. Я должен был рядом появиться, устроить майдан для нее, как всегда, бунт, проникнуть как-то внутрь. Вирус для вируса. И там вот этот богомол такой крутой, точно в шапочке, как Папа Римский, вот эта белая тиара. Так я его вижу четко, когда он выходит из этого, из корабля, уже такой, как знаешь, мне он как в балахоне. Ну, блин, Папа Римский идет, ты понимаешь, только богомол. А они до сих пор, эти богомолы. Так и делаются, да. Души в духовенстве, скажем так. Они помнят все это прекрасно. Интересные такие картинки на этот счет. Они это уже на многих планетах делали. Но у них реально сканер какой-то такой, знаешь, как планшет в руках. Ну, похоже, что-то раз так проводят и засекают. Более развитые, чем местное население души. Они совсем недавно были на той планете. Как, ну, немного лет прошло. Да. Не успели. Не успели толком. Переформатировать общество. Дать технологии, запудрить мозги. Нет, там буквально как такое, да, ну вообще 4-5 лет, ну, то есть вообще небольшой период времени. Только у них только эти звери выросли, да. Первые, да. Это было буквально несколько лет, десяток максимум. Вот когда я вот там этих лягушек гнала палкой, это походу они только прилетели. Сколько мне там было? Я маленькая была. Да, лет 5. Походу они только тогда летели. Вот. Таких животных прикольных, Димка, видели. Утка скрещенная с гусем и скрещенная с лягушкой. Ты можешь себе представить? Утка-лягуш такой, да. Ну, а мне снились сегодня, как будто брат, который умер, мне давал гуся, у которого такой клюв, как это, как у такой расплющенный. И он мне такой дает его. Типа, брат, на, я брат старший, да? Не, младший. Я такой думаю, что это такое вообще происходит за дичь у меня во сне? Вот такое вот за зверье. Да. Что-то, значит, моего туда, оттуда есть. Как я там, не знаю. Мозги. Роевое сознание. Как это все разобрать? Ловил картинку через роевое сознание, да. Как это разбирать сейчас? Проси синим, как это все разбирать нахер? Говорит, повытягивает основы, и тогда оно рассыпет. Ну, я это делаю, как бы там моя основа. Что-то очень тяжело идет. Там столько тяжело. Фу. Полтора, как будто давит, чтобы я не вытянул. Там какая-то часть от Тора есть. Да. Вот именно связь в этом коде. Так, чтобы это вкручивалось. Чем больше сил, тем больше дается. И он чпок, расчпокивается вот так. Как вкручивается такой бур и разламывается Тор. Это программа была, цель. И там, да, красно-черный не последний рой сыграл. Это уже был рой без тебя, это уже был под ним рой. Сфера что говорит? Как называть? Она говорит, что нужно что-то брать из человека, и тогда он сам отпадет и распадется, как его что-то притягивает. Вот та часть, которая в тебе пораженная, там, где он воткнулся, она как основа, а он там просто держит, как вклеенный, как магнит к магниту, раз и прилипает. Я как с двух сторон, получается, там, да? Ну, попробую сейчас. С двух сторон, и тут какой-то такая, типа, атом такой крутится. Я там тоже я. Огромные когти. Он вот так одним ударом раздирал пополам. Да.
Как проплавлял даже. Вот такое ощущение, что он кого-то магически сразу преобразовывал и стирал. То есть там даже как и крови, как он все в себя впитывал. И такое ощущение, что кости вот не ломались, а он как проплавлял их. Когда первый раз я это все как повспоминал, у меня такие, блин, по спине такие ощущения прикольные были. Прелестно просто. Как всегда. Даже когда меня главный черт ломал, такого не было. Но я почему-то вижу, знаешь, когда он на тебя падает, вот он тебя по голове, Да. и он на тебя Класс. сверху падает. Я вижу, что он тебя ломает просто весом своим. Я не знаю, как ты это видишь, но я вижу, что вот ты как Я стоишь, и он погребен под ним. под тебя, и он на тебя падает. Он тебя ломает просто. Успел я копьем просто. Да, я Угу. через копье все равно Вот прошел. ты снизу его вот Да, как да. вот чух, и он на тебя вот так падает и ломает тебя. Но я уже, по-моему, мертвая. Или вот-вот доходила, уже умирала. Или уже мертвая была в этот период, не знаю. Это интересно под всем этим. Помирать, когда тебя все это уже расплавляет его энергетика. Я думаю, круто. Вообще. Это полное угощение сознания и все. Там Да, как. это же без... Ну, хотя меня раздирал столько раз красно-черный подобным типом, так что я уже была к этому как бы привыкшая. Он меня тоже на куски резал часто перед тем, как мне нужно было развоплотить. Хобби такое было. Он тоже мне уколы не делал, веришь? Вот еще. Где самая суть-то? Наслаждение, вот болью. Как он... Вот это вот. Там он вложил. Он выпивал боль. Да, иначе он мог вот так щелчком голову снести, ну, грубо говоря, но он именно раздирал, чтобы побольнее было. Угу, И да. да, крови не было, просто вот тело разрывалось и все. Он копию себе Оно хотел. на кусочки вот так, знаешь, оно как полосками рвалось. Да, ну вчера, конечно, 31 января был почти Хэллоуин, почти. Тоже оргии и жертвоприношения. Молодец. Так они всегда Все 31-го, 01-го, да, 3-1-1 или 1-1-3. 3-1-1, да. Они всегда в эти даты. Абсолютно. Еще будет в марте, когда там тройки тоже Плюс будут. Майдан. Это 3 месяца у них как раз период, цикл. 3 месяца. Любят по на 3 месяца разбивать и в эти дни. Точно. Ладно. Надо идти глубже в красно-черного. Почему он наслаждался болью? Вот, даже местный генотип я отпустил людей. Такое впечатление, что он был первым вампиром. Может, не первым, но я помню, как он кровь пил. Он забирал, да? Да, он забирал просто. Он мог укусить до крови и выпивать просто. Ну, тебя-то он пил не только твою кровь, вот в чем дело. И жертвоприношение это не только как-то вызывали созидание Тора. Силу Тора, силу Кона мою, по сути. Ну-то ничто. Они пытаются стать богом, и все. Даже не в жизни людей дело. Они через это как-то вызывают силу. Сила как бы сопротивляется, идет всплеск, пробой как-то почему-то. Через боль идет вызов, вызывание к кону. Кон реагирует, входит в этого человека, чтобы его часть силы выплескивается, потому что разрушено много, много дырок в душе через боль. Через Да. дырки в теле делают дырки в душе.
И надо сделать так, чтобы эта сила не выплескивалась просто. Там такая шкура твердая, как ты его проколол? Если бы не этот кристалл, его невозможно проколоть бы Магия, было. да. Он как кошелек для душ. Внутри его души хранились. Тем, что ты проколол, тем смогли души освободиться, как выйти из него через этот прокол. Не знаю, как это объяснить. Я просто вижу, что изнутри просто как из кошелька раз через этот прокол выходят души. Он их только свою как-то из них делал. Знаешь, как множество слепить в кучу Как на золото уровне. перерабатывал, то есть там Да, на его уровне души как души. кристаллы Да. перетирали Вселенную. Одной частью Вселенной перетирал другую. Сеточка у него на голове была какая-то сеточка. Роевая. Сознание под контролем. Вот ломаю. Покажи-ка доктору это чудо, что скажет. Здоров, просто урод. Не хочет лечить. Антивирус пусть вколет. Такое впечатление, что шерсть выпадает. Ну, хоть чуть-чуть. А генетик что скажет? Надстроек много говорит. Пусть убирает. Как шесть надстроек. Если у нас у евреев одна надстройка, там как шесть повсюду. Вот эти надстройки на молекуле ДНК, на каждой этой. На спиральке, да. Пусть убирает. Убрал одну, прикольно. Мне не очень хорошо. Мне тоже. Они продолжают мутить какую-то Я ерунду. сломал ноготь. Нужно опуститься на тот уровень, на котором все это происходит. А на этом уровне не очень комфортно. Куча говна. Мягко говоря, колбасит.
Мне как только что-то такое обратно раскопаем, тогда вот как, знаешь, как бурление в канализации. Да. Это все вот так, вот так, вот так обратно. Все И то, меня что выше накопилось, оно сейчас бурлит. дня на три обратно так в ноль. И картинки подгружаются четко. Аналогично. Только без картинки их нахер, да, не достали. Мозг кипит и так. Я на уровне информации четко. И они вот этот вот успешный код потом подгрузили во все роевые компы и начали как раздирать всех, кто сопротивляется, вот этим вот когтем. Главное, у них получилось уже на Дюне тогда вот эту школу ведьм и вот этих червяков. Это было первое, а там уже они пошли уже по какому-то, Они знаешь, научились магически, они вот да, взяли. улучшенный сценарий начали брать из этого. Они Потому что научились скрещивать, давать магию животным. Вот червю дали магию, возможность выпивать эту силу. Наложили на меня, меня на человека, и червя подсадили маленького. Начал питаться кровью, болью этого человека, как пить. Направили, что вот эта вот еда. И начал выпивать. Потому что таких зверей обратно делать смысла не было. Уже было зафиксировано, что ты победил его. Ну, то есть, ей нужно было как-то модифицировать еще, и они просто придумали тогда вот эту школу ведьм. Его магию я переработал, ну, пробил. Пробил, все Да. бесполезно. А червя потом его воду, его кровь обратно выпил молодого. То есть обратный процесс. Все, заглушил. Неважно потом, что с этим. Ведьмы пошли сюда, начали убивать людей. И чтобы здесь остановить жертвоприношение, что нужно сделать? Ну, в принципе, это уже... Ну, все, я твари информацию передал. Нужно еще что-то. Кот зверя разбирается, все. Покрутил я. Сейчас все масонство крутится, весь рой крутится. Я коготь кручу. Остатки. Он пустой уже. Все как. Только квантовый, только информация осталась. Я сутки там в этом говне снова сражался с такими. И с одним. И вот все говно вот на этом основании. Ты еще сейчас там. Тебя вот нету просто еще. Не, физически ты сидишь Да, там, но... даже говорить пытаюсь. Тебя Да, плющит тут по-детски. на энергетике ты где-то вот. Вот где-то там. Душ надо сходить, дня два уже не было. Поесть что-то еще. Да, вот та сила, которая в тех главных, кто сейчас жертвоприношение делает. Сломал. Посмотрим, что с ними будет. Они себя мнят мною. Вот как мною становятся и убивают. Как входят в меня. Отдать всех, кто пытается, ну, стать коном теням и взаимодействовать с коном нельзя, потому что это естественный процесс. Вот они хакеры. Они типа обманули.
тех, кто убивает человека, тоже, ну, это карма, да, будет, но это более-менее естественно. То есть на тебя напали, ты убил, ты защищаешься. Всех, кто убивает кого-то, тоже нельзя теням отдать. Как их отделить-то, чтобы разрушить? Тех, кто выпивает силу кона свободную. Пожалуй, да, что-то в этом есть. Ведь они колят, колятся, и что вот сила, вот она, всплеск силы, вот они его выпивают. Ну, попробуем накормить их силой так, чтобы мало не показалось. Что с ними будет? Энергии поливалок в энергию жертвоприношений. Всех. Тогда бесполезно их питье будет. Давай, жертвоприношение с антивирусом. Вот они же хотят пить гармонию, они хотят пить силу кона. А что такое кон? Это гармония, это следование конам, правилам. То есть они хотят следовать конам, поэтому вот в эту вот силу антивирус, то есть символ цельнозора, чтобы символ был с каждым умирающим ребенком, каждую душу следовал, сопровождал, каждое умирающее тело. Соответственно, они это выпивают, они выпивают антивирус. И вот он, антивирус, уже во всех них. И они обязаны следовать ему. Во всех, кто сделал жертвоприношение, выпил либо мочу страдающего ребенка, чаще мальчика, либо кровь, либо адренохром просто принял позже. Это сути, по сути, кровь. Они получают символ. Кристалл. Они подключаются к кону. Поехали. Веселуха пошла. Медленно они всем наполняются. И мандаринки. Да, все виды диагностов на тех, кто набрал силу кона. Всех людей, которые нахапали себе силу кона. И силу кона надо освободить, поэтому судей. Надо усилить. Поэтому тех людей, те души, которые пытаются, сейчас я их ломаю, набрали силу кона не естественным путем, а извне теням. Вот критерий теням — это те люди, которые извне забирают силу кона, снаружи черпают, не внутри взращивают, через гармонию получают, усложняя структуру своей души, развивая, а извне, пробив другую.
им помогает генотип. Поэтому генетик пусть этот эту надстройку ломает. Убирает. И тени пусть ее клюют, эту надстройку. И пантерки. Эту надстройку едят, прям энергетику этой надстройки. Я изнутри давлю, а снаружи все наши помощники квантовые, не только. Очень много таких вот накачанных чужой силой в религиях, в религиозных эгрегорах. Ломаю. Ибо непорядок. В них сила и код зверя. Зверя больше нет, поэтому все, что на его коде, распадается. Все, что основано на идее жертвоприношений, христианство, ислам, иудаизм распадается. Даже католицизм полностью. Все секты. Тем более культы вуду. Даже жертвоприношение животных кто делал теням. Мусульмане каждый год барашка режут. Коровок. У них там по религии каждый год нужно жить. Да. Да. Даже не барашка. Там я смотрел, что в Бангладеш творится. Это мандец. Коровы в ряд, они там страдают, так что. Это эти глаза надо видеть, этих коров. Нежеумные коровы. У них души более развиты, чем человеческие. Как у дельфинов. Это следующий уровень, на самом деле. И... Ладно. Убивают специально, чтобы страдали. Хорошо, что ты набрал. Процесс идет, ведем его, накачиваем энергию с поливалок, энергию, да даже отовсюду. Генералу показываю таких людей, пусть накачивает энергию и стреляет, и спутников, энергию со спутников в таких людей, вот в этот процесс, в жертвоприношение, пусть изнутри. Накачают атлетов туда, пусть все раввины, имамы, священники, попы занимаются спортом, отсекают их от пасты. Смотри, по-моему, идет понемножку, идет, да? Идет, и сейчас масса тут пойдет схлопывание. Все виды диагностов туда, в каждое жертвоприношение просто все диагносты. Снизу лепесинка, сверху синий. Правильно гармонизирует потоки, размывает эту боль. Структуризирует. Во все ложи белые диагносты, просто белые. И краевое сознание разматывают на коллективное. Меняют. Да. Берем основу на программном уровне, надо стереть это все. Беспредел.